Радмир Гайнудинов практически все свое время проводит за компьютером. Он учитель информатики. Преподает в 24-м лицее-интернат. Несмотря на свой небольшой педагогический стаж, около 2 лет, считается одним из лучших сотрудников в школе. Недавно он стал лауреатом 2-й степени на Всероссийской олимпиаде среди учителей по информатике. Она проходила в Перми. Я еще со школы занимался олимпиадой. Мне это интересно. То есть я и с учениками сейчас продолжаю заниматься, и сам стараюсь участвовать. Для учителей мало олимпиад, к сожалению, но вот... как и есть, стараюсь везде участвовать. Вот ваша задача, да, значит, с площадями, да? То есть, какое было основное правильное решение того, что вы делали? Правильное решение было вот разбивать вот эти маленькие треугольники. Алмаз Хамидуллин тоже со школы принимал участие в олимпиадах. Особенно нравилось решать математические примеры и задачи. Сейчас работает учителем математики, но продолжает проверять свои знания. Буквально недавно вернулся с международного конкурса. Среди 1500 педагогов занял 2-е место. Эта олимпиада отличалась тем, что она была что-то среднее между ЕГЭ и, в принципе, традиционной олимпиадой. Вот, ну, на традиционной олимпиаде обычно дают очень такие глубокие исследовательские задачи, а на ЕГЭ они больше такие технические. Свои знания Алмаз Хамидуллин передает воспитанникам 24-го лицея-интернат. Ребята готовятся к олимпиаде и знают, что результат во многом зависит от учителя, потому внимательно его слушают и все запоминают. Своим учителю математики что можешь сказать? Ну, он все очень хорошо разъясняет, объясняет. После этого понимаешь весь материал, ну и становится легче понять остальное. А ты знаешь, что ваш учитель математики тоже недавно занял призовое место на олимпиаде? Да, а на какой? По математике. Ну, а какая именно олимпиада была? Ну, вот это вам нужно спросить вашего учителя, какая именно Всероссийская олимпиада была. Да? Не знал. 24-й лицей-интернат всегда славился победителями всероссийских и международных олимпиад. Здесь на это делают особый уклон. По этому критерию в прошлом году школа вошла в число 100 лучших по Республике Татарстан. Лилия Горова, Ренат Харасов. Новости НТР.